Друзья, я купила собаке корм. Еще раз хочу показать. Это у меня второй мешок. Это корм Карми. И сейчас я взяла с телятиной. Мы съели мешок. Здесь у нас 15 килограммов. И на этот раз я решила попробовать взять с телятиной. Именно вот этот корм с телятиной способствует укреплению суставов, улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает здоровье кожи и шерсти. Здесь высокое содержание мяса. Вообще собака у меня ест этот корм с удовольствием. Сейчас покажу, что из себя он представляет. Дело в том, что вы знаете, что у меня собака американский бульдог, и он не может есть мелкий корм. Кстати, Карми есть, по-моему, и для кошек. Да, точно, есть и для кошек, и для собак любых пород. И мелких, и крупных, и средних пород. И поэтому внизу под видео я оставлю вам ссылочку, где можно его заказать. И вам привезут его домой. Потому что, например, я всегда покупаю такие большие мешки, потому что мне не совсем удобно покупать небольшие, потому что у меня собака большая, много кушает, поэтому я беру вот такие вот большие мешки. Есть они небольшие, если у вас небольшая собачка, можно взять небольшой пакет и попробовать. Вообще, что было в начале? Я перед тем, как заказывать вот такой вот большой мешок с кормом, я заказала небольшой, попробовать, будет ли у меня собака есть, чтобы не тратиться. Но он у меня съел 2-килограммовый, по-моему, мешок с большим удовольствием. И поэтому я уже теперь беру такой большой объем. Здесь нет застежки. Конечно, это не совсем удобно. Но мы с этим справляемся. Вот что из себя представляет. Он довольно-таки крупный. И мой бульдог не давится. Если корм мелкий, то он им давится. Вот, жирненький такой вот на вид видно, да? И вот такие вот гранулы. Такой интересный запах от этого корма. Кому интересно, вот здесь вот есть все составляющие. Можете остановить видео и посмотреть. Друзья, хочу сегодня показать еще коробочку красоты, которую я получила. У нас все магазины закрыты, приходится заказывать онлайн. Интересная коробочка, интересное наполнение. Я не удержалась, ее открыла, посмотрела. Долго она у меня уже лежит, но все хочу я вам показать, что в ее составе. Если кому интересно, как сделать заказ, под видео оставлю ссылочку на всякий случай, вдруг вам тоже пригодится. Коробочка вот такая, приходит по почте. И здесь внутри такая веселенькая, необычная коробка красоты. И если вы не знали, то в таких коробочках красоты может находиться много интересного. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так, открываем. Так, промокод на скидку. Здесь у нас то, что есть в составе. И давайте я буду читать и сразу вам показывать. Первый — это крем для рук и тела. Очень интересное название. Еми. Не знаю, правильно я говорю или нет. Убрала защиту вот такого цвета. Очень вкусно пахнет. Для рук и для тела. Для тела, конечно, жалко использовать, так как мало. Но по консистенции мне очень нравится. На этого крема 400 рублей за 30 мл. Вот этой большой упаковки — это спрей для ухода за волосами термозащитный. Цена спрея 330 рублей. Вот такой. Я в магазинах такого не видела. Для ежедневного применения. От Vivienne Sabo помада. Цена 323 рубля. Сейчас распакую, покажу цвет. Такой красивый цвет. Написано, что ягодный аромат.
Такая бледненькая помада. От Диваш тональный крем. Цена 449 рублей за 30 миллилитров. Он идет с такой вот пипеткой. Цвет хороший. Подойдет для каждой девушки, наверное. Если вы, конечно, не слишком белоснежка. От Диваш компактная пудра. Такая вот двухцветная. Цена 429 рублей за эту упаковку. От Диваш набор для моделирования бровей. Но я не пользуюсь, подарю кому-нибудь. 369 рублей за эту упаковку. Так, следующее это у нас полировщик. Профессиональный блеск. Это для маникюра. Такая вот помадка, можно сказать, бальзам для губ. И это апельсин манго от компании Blistex. И положили мне в подарок пробник духов Олив от Boss. Все, коробочка пустая. Так что очень интересное, необычное наполнение. Привет, друзья! Очередная дачная тема. И сегодня у нас по плану это подготовить теплицу к посадочному сезону. Может быть, даже что-то посажу дополнительно. Привезли тут кое-какие вещи. Гладильная доска. То, что я заказывала с New Chic. Привезла солнечные светильники. Так что мы здесь. Я привезла старый телевизор, мы его здесь поставим. Дома лежал, никому был не нужен, хотели выкинуть, но пригодился. Также вот тут старый палас, хотим здесь вот по периметру расстелить. Открыли все окна, проветриваем, готовим печку, чтобы ее протопить немножечко. Также затопим баню. Взяли такой готовый шашлык, пожарим, покушаем, так как пока еще ничего не кушали. В общем, тепло на улице у нас, где-то градусов, наверное, 13. Посмотрела все свои саженцы, все вроде как хорошо, только меня там кое-что расстроило. Розы почему-то у меня три корня плохо себя ведут. Или я их неправильно посадила, или что-то такое произошло. Но, по-моему, они у меня не пойдут. Не знаю, сейчас покажу вам. Может быть, конечно, я зря тут истерю. Вот посмотрите. Вот эти вот три корня. То есть здесь не три, здесь несколько. Я их просто осенью прикопала так, чтобы они у меня не погибли. И нет вообще признаков жизни. Остальные розы все неплохо себя чувствуют. Все прям хорошо ведут себя. Кстати, вот здесь вот у меня туя. Три корня, которые я укореняла на той даче. Снимала про это видео, как просто быстро укоренить тую. Перевезла сюда, смотрите. Они живые. Вот такая вот солнечная батарея. Светильник. Здесь есть кнопочка включить-выключить. Вот этот светильник, он на движении, на сенсор. Здесь есть. Заряжается. И если подходишь, то он включается. Копали вот эту часть, и мне пока никогда не было в жизни теплиц, я вообще не представляю. Сейчас можно вроде как посадить огурцы, не знаю, попробую несколько семян вот на эти грядки посажу, укрою сверху еще
посуды. Вот здесь вот у меня розы укоренялись в прошлом году. Эти баклажки. Не знаю, получится, не получится. Это мой первый опыт. Если вы в курсе, что вот в начале апреля в теплице посадить огурцы, пойдут они, не пойдут, замерзнут, не замерзнут. Потрогала почву, она вроде как теплая, ну не знаю пока. Принесла сюда все семена и сейчас выберу. Взяла два сорта и посажу по три семечка. И сверху покрою, это у меня кураж и луховицкий, F1, F1. Вот такие вот. Здесь по 10 штук. Так, давайте посмотрим. Да, они обработаны такого оранжевого цвета, фиолет. Так, раз, два, три. Может быть, еще по одному? Так, еще по одному на всякий случай. Остальные пока уберу. И огурец. Он луховицкий. Он не тоже такого же цвета. Тоже посажу тогда по два семечка с этой стороны. Так. Вырастут. Будет отлично. Сверху прикрою, слегка полью. Так, ну что ж, я посадила. И вот здесь вот была грядка, которая ни туда, ни сюда. Здесь перекладина, потому что теплица. Посадила редиску. И, кстати, то, что я сажала неделю назад, вот здесь вот у меня всходы пошли. По-моему, это салат первый. Сейчас поближе вам покажу. Вот они, мелкие. Ну, растут, значит, им нравится. Мясо мы не сами делали, в основном мы всегда сами делаем, но тут по-быстрому все купили, готово. Смотрите, какие огромные куски. Мясо, блин, пахнет.